Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа. И сегодня у нас такая необычная вообще минутка, это ностальгическая минутка. Мы находимся на карте провинция, и не смущайтесь, что вы здесь видите. 9-10 уровень, да. И чем еще необычный, то что мы наблюдаем реплей, отгадайте кого? Мугазора, да-да. Кто заметил, ставит лайк. Вот, давайте посмотрим на этот просто болевой бой. Так, камера у нас закреплена. Камера у нас пока не закреплена. Просто мир боли. Как оно было? Это просто я сейчас вот нашел, я ошахнул. Этот бой происходил примерно 3 года назад, в 2012 году. В марте. Сейчас будет тир, обещает нам Мугазор, который в клане оленя. А, помним. Помним, любим и гордимся. Италия. Мать ее. Да. Насладимся картинкой всего происходящего. Мугазор такой главный выезжает. А, сейчас настреляю. Тогда еще было по барабану на Т-95, он знал, что, в принципе, сейчас... Вот если бы сейчас они выехали на ту карту, он, блин, получал бы плюх 5 или 10 со всех сторон. Да. Обычный бой. Разора, кстати, еще не бомбит то, что 3 артиллерии. Такой маленькой карточке. С4. Не топовый. Это вообще боль. Да, давайте нормальную скорость включим. Как видите, голда еще тогда была, по-моему, за реальные лишь деньги. Ее нельзя было купить за серебро. Никто ей не стрелял. Так особо. Лишь тот, кто донатил, тот и стрелял ей. Ему не жалко было. Потом в Wargaming поняли, что это не приносит им столько денег, сколько они хотели. И решили. Разок мажет пока. Ладно. Все мы мажем. Так, что-то я в смысле уже сбился. Неважно. Смотрим бой. Мугазор тащил в 2012-м. Интересно. Все резко. Так. Давай, Мугазорчик. Нет, не попал. Жаль. Экшенги КВ-32. С4 не топовый. Я запомнил. Я сейчас не топовый там с пушкой. До первого катался. Это вообще болевой прием был такой. Очень болевой. Кстати, хотелось бы заметить, это я графику выкрутил на максимальное. Именно так она выглядела на максимальное в те времена. Кого бы снять, артиллерию или ИСа? Конечно же, артиллерию. Это первые зачатки ненависти, так сказать. Разора, вот с чего все начиналось. Смотрим, как Окта страдает, хотел сказать. Этот сладостный звук для моих ушей. Только сейчас заметил, КВ-3 не загрузился, но неважно. Run you explosion. Конечно же, следующую акту надо выцелить. Плохо. Интересно, это он тоже сваншотит? Нет. Целых 18 хп осталось.
Red L. Не знаю, по-моему, это не оригинальный Red был. Там было такое подразделение, то есть Red, Red East, Red West, South и North, то есть управление по компасу, собственно, по карте. Видите, Т-95 его не пробивала. Сейчас же, блин. Он может все. Единственный минус это то, что она косая какая-то. Ладно, я сделаю скорость поменьше. Видите, непонятно, почему камера так дергается. Ладно, можно скорость 1, то есть нормальную сделать. Опять Т-95 отрикошетил от кругозора. Что он надеется, блин, пробить Т-95 и танкует сейчас как днище, выехал боком. Знает же, что она сколько выстрелит, перезарядится. Бомбит у Муразора. Так-то 95-го бейте. Ну что ж ты такой, на фугасы залежай, я не знаю, стреляй по ней. Может пробьешь. Вау, это что было сейчас? Камера так в сторону так дрыгала. А-а-а, прицел Ванди, самой первой версии. Так вот ты его придумал, да? Смотрим. Это он так выстрелил, что ли? Можно я нормальную скорость сделаю? А то он землю вообще выстрелил. Не понял. Ух! Да. Были времена. Были танкования. Ну, добьет, не добьет. Конечно же, нет. Бугазок, а ты слышал что-нибудь про фугасы когда-нибудь? Не, я, конечно, не хочу ничего сказать. У Бугазора вообще отличная... О, слушайте, ну, красавчик, красавчик. Только, как всегда, вовремя. Об этом додумываешься? Не, это я не осуждаю Мугазора, это просто факт. Бывает. Красоте. Попал ему там верхние ключки. Все умные, все прячутся. Газор почти воина сделал. Савельчик. Карту. Вот так вот надо ее сделать. Первый раз его пробил, и то першинг. Странно, странно, странно. Т-95 его сколько раз, по-моему, раза 3 не пробил. Да, в гусли попасть это всегда весело. Я не в ту сторону. Мукасок, что ж ты так? Пробей уже 32-ку. Здесь, по-моему, вообще не рады. И тут стоит стоять только. И ждать, пока союзнички отвоюют. Он там из третьей решил. И рискнуть. Так. Красавчик, вы спите, что ли? О, стоило кликнуть один раз на акту, так сразу заработало. А, думал, сейчас его убьет. Нифига. Нифигашеньки. Куда ж ты, Мугазок, стреляешь-то? Что ты робишь-то? Т-110-5 решил к нему подъехать. Вообще, по-хорошему, наверное... Да нет, наверное, спускаться ему не стоит. Т-95
Хотя не помню, как там физика падения, по-моему. По-моему, еще тогда все свешивались в этом патче 0.7.2. Считать как-нибудь. На досуде, когда ее ввели. Не, помню еще. Тогда этой карте еще не было, наверное. Физики свешивания там. Все было просто, банально и красиво. Что было сейчас? Как он так камеру так хоп-хоп? Не, ну, наверное, правую мышку зажал. Бугазок, как обычно, подгоняет, что его не достаете. Не, чувак, не достают, походу. Ну, ты хоть достань. Не, нифига. Сейчас, может, Т110 Е5 достанет. Один раз красиво встать, прицелиться и ждать. Говорил мой дед-ветеран, да? Бедный три... бедный Першинг. Все дрочит его и дрочит, дрочит и дрочит. Бить его уже его, наконец. Может, хоть сейчас убьете, нет? А сейчас его там, походу, 3-4 и выбьет. Та-дам! Я Ванга. Очень приятно, Ванга. Ванга очень приятно. Ну, собственно говоря, я уже знаю, чем закончится бой. 3-4 сейчас высветит. Эти уже добьют. Увеличим скорость передвижения нашей 3-4. Старый добрый, как там? О, точно, провинция. Я на этих танках. Ж не педобир, в конце концов, да? Сейчас мы, походу, и узнаем, что там с физикой было. У нас. Уразов решил не толкаться с ним, как днище. Четверка не может выехать танкануть башней. Замечательно. Разок, походу, съехать, потому что он даже еще не думает этот вариант. И четверка сняла Т110 Е5. Сколько он заработал? 2000 опыта, кредиты 82. Личные достижения. Кстати, вот показывается, кто там на каком месте. Но все равно, с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Мне за то, что я это нашел, этот реплей. Отснял его, красиво рассказал. А Муразору за красивый бой, так что вы нам обоим ставите лайк. И обязательно подписочка. Так что всем спасибо, всем пока.